Ой, здравствуйте, мои хорошие. Сегодня у нас 12 июня, День России. Всех поздравляю, дорогие мои. И россиян, и не россиян. Всех, короче, поздравляю с этим прекрасным праздником. Вот такое у меня парадное. Ну, или подъезд. Смотрите, какая сегодня солнечная погода. Такое странное какое-то чувство. Как в детстве, 1 мая. Не знаю, или это эгрегор, или повысились вибрации Земли нашей. А настроение, правда, прекрасное. Смотрите, какое все солнечное. Просто замечательно. Видите, какая красота здесь на крыше. Цветочки. Все такое красивое. Ветер, наверное, вам ничего не слышно. Я иду выкидывать мусор. Раз, два, три. Выкинула. Теперь бегу на работу. Смотрите, какая красота. Всем здравствуйте, мои родные. О, еще раз сниму вам эту крышу. Эти цветочки. Видите, какая красота. Не знаю, какое-то возвышенное такое настроение. Полета, что ли. Очень хорошее. Сегодня смотрела Иру с Сашей, как они гуляют на Владимирской. Встретились с Ириной. Прикольно. Видите, там флаг развивается. День России. Всех поздравляю. Мои хорошие. Моя любимая улица. А я даже в День России бегу на работу. Сегодня у нас среда. Так что вот. Ой, что-то резко потерялась. Ветерок такой хорошенький, можно сказать, прохладненький, не жарко. Иду, у меня в голове песня Аллы Борисовны Пугачевой. А, самолеты улетают, тают, тают в облаках. Прям мелодия играет. Привет! Привет! Спасибо! Она стояла, ждала, пока я сниму. Прикольно. Вот эта улица мне нравится, потому что она вся зеленая, очень красивая. Вся в зелени утопает.
Я вчера услышала, что, что Питеру было выделено 2 миллиарда на озеленение, что скоро он станет самым зеленым городом России. 500 миллионов выделили только на центральный район. Вот это мы с вами идем в центральном районе. Его будут озеленять. Вот. И скоро он будет самым зеленым районом. Так что будем ждать. Моя улица замечательная. Свет. Вон там цветочки в окне. Так людей мало. Может, мне вообще на работу не надо идти? Надо позвонить начальнику, спросить. О, хочу такую машинку. Хотя, если честно, я Audi люблю больше. А вот мимо этого ларёчка так иду, всегда такой запах. Как будто я куда-то попала на юг. Сейчас запахло персиками. Снова мой любимый дом. Вот наснимала вам столько красоты. Наверное, вам не слышно, потому что очень ветер сильно дует. Буду говорить погромче, чтобы вы все услышали. Хотя я больше молчу. Показала вам 12 июня, День России. Даже некоторые люди попали ко мне. Такой праздничный день. И прохладно, надо кофточку одеть. Потому что, смотрю, все в кофточках. Хотя мне вроде нормально. Свет. Идемте, мои хорошие. Там Таврик. Я вам все время о нем говорю. Но так еще и не показала ни разу. Покажу обязательно. Тут тоже вот зеленая. Как я обожаю зелень. После этих каменных джунглей очень хочется зелени. Ветер, наверное, вы вообще ничего не слышите, что я говорю. Красиво.
Вот я вышла к метро. Чернышевская. Вот продают все. Клубничку, орешки. Черешня 350. Наушники зарядки по 100 рублей. На Android, на iPhone. Посмотрели. Наушники зарядки по 100 рублей. Все, мои хорошие. Пока-пока. Всем прекрасного дня. Люблю вас.